Всем привет, с вами Жень Си, и добро пожаловать на 14-ю часть моего сплея по Майнкрафту. А сейчас я, значит, нахожусь на месте, там, где должен быть мой крутой маяк. Ну, здесь я еще толком ничего не делал, выровнял немножко деревья, вот тут осталось пособирать еще саженцы, которых у меня уже миллион. На улице уже темнеет, это мне очень нравится, не люблю темноту. Вон там вот можете наблюдать мой домик. Дальше какой-то там зимний биом. Надо будет туда сгонять когда-нибудь. Ну и вот здесь будет, собственно, эта цитадель. Пока что к ее строительству я еще не приступал. Давайте тут факелами оставим, чтобы, может, вам было видно. Почему я не приступал к строительству? Потому что, во-первых, нужно набрать много материала. Хочу сделать я эту башню, в общем-то, из каменного кирпича, так что мне нужно очень много камня переплавлять. Сейчас мы пойдем наделаем себе свечек разных. Давайте на этой дорожке моей понаставляем факелов. Больше факелов. Больше света. Ну, такая вот дорожка. Я игнорировал просто преграды, вырубал себе напролом путь. И вот такая вот она получилась. А! Боже мой! Просто сумасшествие! Я не знаю, так же можно и с ума сойти. Это просто... Так. Ужас. Не, ну вы представляете, так вот, вот где он стоял, вот здесь вот, наверное, так вот, между вот этим вот деревом и вот, вот прям вот здесь, вот тут. Меня, короче, я убегаю отсюда, мне страшно. Мне очень страшно. Не то чтобы вот немножечко страшно, а прям очень страшно. Мы быстро бежим и ложимся спать, вот. Кстати, вот Ray Minimap, тут я себе поставил. Ну и где ты? Скелет. Давай, иди сюда. Ну, в общем, вот это мод на карту. Ну, в общем, я думаю, все его знают. Вот тут убрал, просто пока что чекпоинт дом. Ну, он немножко мешает. Я его поставил на всякий случай, если мы будем, допустим, куда-нибудь уходить далеко от домика, чтобы я не потерялся. Так что он мне пока не нужен. Ну и радар мне тоже не особо нравится. То есть он как бы лишний, мне кажется. Ну, только зря... Мешает красотам Майнкрафта. Вот. Так, что это? Я случайно, походу, сделал. Кыш. Все, здорово. Сейчас нужно набрать камня, угля и камня. И наделать кучу свечек. Ой, не свечек, а этих. Печек. И начать переплавлять камень во всех свечках, что у меня есть. Потому что мне нужно очень много каменного кирпича. Значит, так, и делаем пока что три печки. Вот так вот. Пока что три. Ах, ну давай, давай, давай. Может, еще крипер в мой дом зайдет, да? Да, вы сегодня совсем решили меня доконать, закрыть все двери. Я думаю, вот здесь вот можно эти печки, в принципе, поставить. Я вот тут сейчас все этими печками заставлю, чтобы была идеальная симметрия. Так, так, так. Давайте вот. 6 еще. Ну, я на самом деле не посчитал, сколько мне нужно, но я думаю, 6 должно хватить. Так. Так. Оп. Ну вот, еще две нужно. Еще две печки. Вот так вот. Отлично. Брам-пам-пам. Ну, не знаю, нормально, короче. Теперь мы уголь ставим. Ставим. Опять уголь. Так, мне нужно больше камня. Что, неужели у меня заканчивается камень? Я думал, что у меня... запаса камня просто на всю жизнь. Оказывается, она так бац.
и быстренько заканчивается. Вот этот вот камень. Стак нам не нужно переплавлять. Мы по чуть-чуть. Так. Ладно, пусть пока это переплавляется, мы это все соберем. Кстати, еще какой-то парень мне в комментариях посоветовал, что стоит там, где мой подводный мир, стоит там глустоун поставить. Я так подумал, почему бы и нет, глустоун это здорово. Только вот я не помню, есть ли он у меня, ну вроде должен быть. Эй, где мой глустоун? Хорошо, у меня нет глустоуна, так что... Я не знаю, я не очень, даже очень не хочу лезть в ад ради этого глупого глустоуна, потому что это сумасшествие. Я боюсь ада, жутко, там куча злых дядек. Так, яичко. Испытаем удачу. Это уже стало некой традицией. Ну-ка, давайте я закрою глаза. Закрыл и кидаю. Открываю. И неудача. Опять чертова неудача. Сейчас будем мы наказывать курицу. Эй, ты! Мне нужно больше яиц. У меня нет столько рабочей силы. Так что вся надежда только на тебя. Оу, я в курятнике. Так, мы сейчас покушаем так плотненько. Значит, покушаем. Соберем нашу морковку. Я не знаю, нет, это, наверное, еще нельзя собирать. Так что мы не будем это собирать. Я думаю, вот это вот... Всю пшеницу брать и засадить здесь морковкой и картошкой. В принципе, так я и сделаю. Зачем мне нужна эта пшеница? У меня уже ее море и море, так что она нам не нужна. А вот картошечка с морковкой, я думаю, лишней не будет. Морковь, на самом деле, я не очень люблю. Может, только морковный сок. А вот картошечку жареную или там пюрешку какую-нибудь с радостью бы покушал. Ладно, 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 это мы сделали. Ну, в принципе, я думаю... Нет, хотя, что-то я... Ну ладно, давайте попробуем удобрить это все. О, как оно быстро удобряется. Я думал, что в два клика тут... А, нет, тут вот некоторые даже вот в три. Костной пыли у меня много. Вы не волнуйтесь. На всех хватит. Так... Я чувствую себя каким-то веселым фермером. Так, тут в этом ряду морковка, в этом должна быть у меня картошка. Так что эту морковку мы убираем и садим картошку. Эту морковку мы тоже убираем. А нет, здесь морковный ряд. Извиняюсь. Так, так. А тут вот картошку. Ура! Морковно-картошная ферма. Она так прикольно смотрится. Даже неохота ее срубывать, пусть пока стоит, потом соберу. Она будет вносить некий, как бы, для вида будет ферма. Зачем мне сейчас эта картошка, морковка? Я не голоден, у меня есть куча хлеба, я с собой ношу буханки хлеба. И могу их объедать часами, так что с этим проблем нет. Нужно бы захватить с собой, я думаю, стекла, потому что я собираюсь вот там, вот, где у меня деревянное, поставить стекло. Почему бы и нет, собственно. Надо было сразу, наверное, стекло поставить. Так. Ну, хотя, может, там у меня есть песок. Это я зря это чушью занимаюсь. Ну, ладно. Чё уж там. Ныряем. Не знаю, должно хватить. Там у меня не сильно много этого. Чего у меня там не сильно много? Места. Так что, я думаю, сильно много... Песка нам не понадобится. Тут уже переплавляется. Мы потом это заберем. О, кстати, неплохой такой обуз по опыту. Так, в этот сундучок. Нет. Вот в этот сундучок мы складем здесь все. Оп. И начнем песок переплавлять. 26. Что это? Боже, я испугался. Так. Вот. Хорошо. Главное там найти, где там песок. Так, пока переплавляется песок, я не знаю, чем нам заняться. Таким, чтобы было не скучно. Ладно, пока он переплавляется, все-таки соберу эту ферму и опять ее посажу. Только в этот раз не буду удобрять.
вкусина растет сама по себе. Так, у нас есть картофельный ряд и морковный. Это морковный. Это картофельный. Можно сделать такую громезную ферму. Эй, картофельный ряд. Так, я вроде все правильно сделал. Это мы кладем, но нам не нужно, не нужно. И все. Так, хорошо. Где здесь мой песок? Эй, ну 5 стекла мне не хватит. Ладно, давайте пока позабираем камень, который здесь есть. И вот тут вот, который есть. И с этого камня мы... Нет, нужно, чтобы сделать стак каменного кирпича, еще немножечко подождать. Чтобы это не париться с этим всем. Так, стекло еще. Стекло еще. Надо еще поделать ступеньки, чтобы вот здесь вот поставить их. Ну и там, то есть на дороге к тому моему, к той моей башне, так называемой, которой еще нету. Пока что мы этим, то есть, заниматься не будем. Бежим, бежим, бежим. О, вот тут вот на песочке, около песочка, спруты лазят. Может, они будут и в моем аквариуме. О, здорово. Лодка, спруты. Все перфекту. Мне кажется почему-то, что не стоит здесь это дерево убирать. Оно как-то, что все из стекла было, как-то, по-моему, не очень. Ну-ка, сейчас проверим. Просто дело в том, что еще мне дерево нужно для того, чтобы факела туда ставить. Так что мы пока его не будем убирать. Я думаю, можно, знаете, что сделать? Вот где-то на вот этих вот около песка блок глустоун поставить и убрать факела. Чтобы так был подводный мир такой прям, чтобы вообще. Ладно, пока мы отсюда выбираемся, тут нам ловить нечего. Нам нужно доделать каменного кирпича. Много каменного кирпича нам нужно. Нам нужно очень много каменного кирпича. Потому что наша башня будет целиком из каменного кирпича. Ладно, я думаю, там уже переплавилось достаточное количество камня. Так что мы туда быстренько, шустренько отправимся. Так, 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 так. Странно, вот монстров нет, 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 нет. Тут как неожиданно появится какой-то вот между деревьями крипер. Как взорвет всех чертями, я буду кричать, как девчонка. Вот. Бежим. Стекло. Нужен ровно стак. Еще немножечко. Тут уже по-любому доплавилось. Вот как раз у нас есть стак. И мы делаем с этого стака стак каменного... Ага! Тьфу ты! Тут аж 4 стака у нас каменного кирпича. Так, мы закроем двери. И ляжем, поспим. Потому что мне уже становится немного страшновато. Со скрытой дверью оставлять. Хорошо, у нас есть 4, целых 4 стака каменного кирпича. Мы пока его складем, пусть там остальное переплавляется. Мы сделаем себе очень много каменного кирпича. И будем... Так, факела, я думаю, вот эти можно забрать. У нас уже кончаются наши... И что-то еще сделать. Ладно, давайте посмотрим. Надеюсь, там в аду недалеко у меня находится глоустоун. Так уж и быть. Еще раз мы туда сходим. У нас новая ачивка, хоть я уже был в аду. Но она так бац, и еще раз. Потому что, наверное, я переустанавливал Майнкрафт. Там 1.5.2 версию. О, вон там, вижу глоустоун. Эй, свинки, полегче. Я и так чувствую себя неловко еще с вами. Тут совсем дружить не хочется. Что на меня какой-то адский слизень нападает. Вот здесь мои перестановки. Как бы мне его так собрать, чтоб прям. Наверное, возьмем себе немножечко. Стак, думаю, хватит. Досок. Доски ж горят, да, по-моему, в лаве? Или нет?
Фу, такой противный звук этой магмы чертовой. За что я это так не люблю? А, ну да, доски — это было плохое решение. Что у меня еще? Земля не горит. В чем мы паримся? Давайте мы просто наберем этого камня. Он копается настолько быстро, что прям... Так быстро, наверное, ничего в Майнкрафте не копается. Так что мы сейчас... Шура его наберем. Так, это нам уже не нужно. Почему вот я не ношу с собой алмазную... Алмазный топор. Вот. Срубаем, срубаем, срубаем. Ну, в принципе, само по себе могло бы и догореть. Ну ладно, раз уж начали, то начали. Ну, нам, думаю, так прям, чтобы аж сильно много глоустоуна не нужно. Так. Так. Ой, переборщил немножечко. Да что ж такое? Будем все здесь вот так вот застраивать, чтобы случайно не упасть. Так, нам нужно еще... Что? Гаст? Боже, гаст. Боже, гаст. Надеюсь, он где-то там сверху и на меня не нападет. Я себе спокойно добиваю. Значит, адский кирпич, или как он называется? Адский камень. Ко мне не должно быть претензий. Боже, как он быстро добывается, это прям ужас. Сделаю такой проходик. Хорошо. Боже, вот стоило этому гасту появиться, вот что они все от меня хотят? Прям как-то. Ну-ка, может, можно уже срубить? Ловим. Хорошо. Ловим. Ловим. Ну, нам побольше, наверное, глоустоуна нужно, так что прям вообще. 19 этого мне, уж извините, мало. Мне нужно много-много глоустоуна. Так, shift. Не отпускать ни за что. Я себе не прощу, если я здесь упаду с этими всеми алмазными предметами. Ладно, давайте пока оставим 30 глоустоуна. Мы уже знаем, что если мы отправимся в ад, здесь у нас есть такое местечко. Так, где я без проблем смогу его добыть. Сейчас мы быстро прячемся от разных гастов, которые там где-то сверху летают, которых я очень боюсь, и они так противно-противно кричат. Так что мы заходим в портал и больше сюда пока что не возвращаемся. Быстро-быстро нужно глоустоуна. Ну что быстро, тут уже спешить особо не стоит. Стекло попереплавлялось. Камень там уже только остался. Потом еще подобываем камня. Думаю, 4 стака — это, конечно, много, но на всю башню, мне кажется, нам вряд ли хватит. Всего 7 глоустоуна я смог сделать. Как-то слабенько. Может, а... В принципе, можно вместо факелов вот здесь вот глоустоун поставить. По-моему, она будет так прекрасно выглядеть, мне кажется, так. Ну-ка. Мне нужно побольше... Больше глоустоуна, но сейчас мы этим заниматься не будем. Сейчас мы будем ждать. Я, наверное, пойду уже подобываю кучу-кучу камня, но это буду делать без записи. Зачем вам смотреть, как я бессмысленно в своей шахте рублю камень? Поэтому, думаю, на этом можно заканчивать. Эта серия получилась небольшой. Здесь мы толком ничего не сделали. О, еще одно яичко. Напоследок испытаем удачу. Ну давай же, друг. С разбега. Душ. Ура! Привет, мой юный друг. Нужно дать ему какое-то название. Так как я не очень этот... О, я теперь еще не выберусь отсюда. Но круто. Давайте будем жить вместе с курицей. Жизнь с курицей. Окей. Ладно, в общем, на этом все.
Так, я уже немножко подустал, что на улице жарко так. Окно бы стоило открыть. Ну, если я открываю окно, там всякие шумы, все дела. Так что снимаю я с закрытым, а потом так с облегчением его открываю и ложусь на кровать и что-нибудь там делаю. Ну, допустим, там финку не смотрю. Ну ладно, что я там все объясняю. Всем спасибо за просмотр. С вами был Джейн Си. Если вам понравилось это видео, там ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока и удачи вам.